3, 2, 1, вау, вот это взрыв! Крутецкий бой! Никитос! Ребята, победил Феникс, пожмите друг другу руки, Слава! Всем привет, друзья! Вы на канале Мишани. Сегодня у нас будет уличный турнир, который проводит Слава Стар. Друзья, идет маленькая тренировка между Никитой Старом и Мишаня. Мишаня, ты чем играешь? С Прайзеном. С Приганом. А Никита играет BMX, да, модифицированный Феникс, да. Крутая комбинация у тебя, Никита, конечно. Самая тяжелая, 61 грамм вес. Да, да, да. Тут, конечно, вес имеет значение, да, Мишаня? Угу. Так. Ну, и кто же сейчас выиграет? Сприган прокручивает. Ой, выбачка. Ребята, благодарим интернет-магазин bblade.shop за предоставленные вот такие боксики, в которых участвуют настоящие японской какой-то лиги по бейблейду. И получается, тут первый, второй, третий бейблейд можно спрятать, и соперник не будет знать, какой у вас бейблейд. Я судья. На счет пуст вы запускаете свои волчки. Джокера? Сколько ты брал? Уйо. Миша, взяли Джокера. Ты знаешь? Я ее сам знаю. Подумай. Давайте. Итак, 3, 2, 1, вперед! А Джокер может этого расклепать. Джокер может все. А он может потерять силы. Итак, ребята, Мишаня в первом раунде молодец, победил. Молодец, Мишаня. Итак, на следующий раунд. 3, 2, 1, вперед! Убивание. Друг другу. 1-1. Один было-было. Мешаем. 3, 2, 1, вперед! Хорошие ребята у нас запуск. Давай. Победил Джокер, ребят. Ничего себе. Миша, возьми другую запускалку. Давайте. 3, 2, 1, вперед. А какой счет? 2, 1, ты проигрываешь. Итак, 2, 2, ребята. Решающий раунд. Мишаня, давай. Давай, Мишка. Давайте. Миша, я тебя верю. 3, 2, 1, вперед! Да, все честно. Мишанечка, ты в первом раунде проиграл. Да. Я не могу. 3, 3. Да, молодец. Мишаня проиграл, такое бывает. Ничего страшного. Как тебя зовут? Матвей. Матвей, давай держись своего Джокера. Я знаю, Джокер может выиграть у Геркулеса. Как тебя зовут? Жека, а ты давай мочи этого Джокера. 3, 2, 1, вперед! Вау, вот это взрыв! Крутецкий бой! 3, 1, да? Номер 1. Геркулес взорвал! Неожиданочка! Молодец! Не отклонили? Давай! Итак, музыка веселее, да? 3, 2, 1, вперед! Хороший запуск, ребята, вот это у нас борьба! Ребята, итак, у нас Слава уже во втором раунде, во второй своей битве играет, и кто сейчас победит, посмотрим. Ребята, у нас Геркулес победил в первом раунде. Давайте, приготовились, как на свои. 3, 2, 1, вперед! Хороший запуск. Колечко. Итак, кто же победит? Тут еще не я. 1-1, ребята. Слава дает. Приготовились, ребята. 3, 2, 1, вперед! Вадим, Слава побеждает. Приготовились. 3, 2, 1, вперед. Хороший запуск. Так, кто же победит в этом раунде, в этой игре? Это не может. Слава выиграл. Ой, Феникс обратно выкидывает колечко, ребята. И кто побеждает? Ребята, победил Феникс, пожмите друг другу руки, Слава, ты проходишь дальше, я так понимаю, в финале. Молодчина.
Мишке, он посмотреть хотел. Мишаня пришел поболеть за Никиту. Сейчас Никита будет играть против. Вы Зашкет, да? Против канала Зашкета будет играть. Ютуберы на арене. Итак, первый раунд, ребята. 3, 2, 1, вперед! Ого, у нас какие, ребята, тут интересные сборки. Никита какого интересного и Тима собрали Бейблейд, а? А вы похожи, кстати. Прическа. Ой-ой-ой-ой, Никитос, ты в этом раунде проиграл. 1-0. 3, 2, 1, вперед! У нас два очень интересных феникса, ребята. Сборка. Сборка. Никита! Да, у него хорошая сборка. Тима 2-0, молодец. Хорошая сборка. Хорошая сборка. Никита! Давай. Никита! 3, 2, 1, вперед! Молодцы! Никита! Никитос, пожмите друг другу руки, ну ничего страшного. Я знаю. Молодец. Да, к сожалению, так, Никита проиграл, но ничего страшного. Итак, первый раунд, 3, 2, 1, вперед. Давай, Мишаня. Один человек. Здесь, ребята, один человек. Не трое, сыночек. Миша, ты тут должен сильнее запускать. 1-0, Фахнир победил. Сильнее запускай. 3, 2, 1, вперед! Есть! Круто. 1-1. Взорвалось касание. Было в стол 1-1. Миша, тут сильнее. С Фафнером надо сильнее. Приготовились 1-1, ребят. А почему у него поделили? 3, 2, 1, вперед. У него поделили наконец. Да ладно. У него поделили наконец. Да и У него такаратоми, он просто другого особо. Я же разрешил. Один-один. Молодец. Давай, жми этого. Окружай, Фафнера. Ничья. Ой-ой-ой-ой-ой. Я был, Миша. Я тут волнуюсь. 3, 2, 1, вперед. Хороший раунд. Ну, взорви этого Фафнера. Никогда он взорвет. Я против ютубера, ты вообще. Давай, Мишаня, давай. Есть! 2-1. 3, 2, 1, вперед! Судью слушаем. Сейчас я там проведу бои и скажете, какие номера. Да. Я волнуюсь, против Никита играть. А там... Давай, Мишаня, жми! Есть, победа, 2-2, ребята. Миша, может, другую запускалку или сильнее? Посильнее давай. Давайте. 3, 2, 1, вперед! Играть. Нет. Победил наконец. Было? Все, Миша проигрывает. Все, Миша, Три. Судьба. Ты вылетел, да, судьба. Было, все честно. Нет, все нормально. Пожмите друг друга руки. Молодцы, Мишаня, ну ничего страшного. Друзья, поскольку Мишаня проиграл в турнире, вылетел, не было у него больше шансов, мы решили сыграть, я решил сыграть лично с подписчиками. Вы готовы? Да! Будут разные у нас комбинации, нам помогут вон ребята. Сейчас будем тестировать наши новые волочки. О, давай против Лунера нового L5 в оригинале против ваших сборок. Идет? Все, сейчас будем тестировать Лунера, друзья. Друзья, я буду играть с L5. Димон, чем ты будешь играть? Так, получается, на арене у нас Феникс, вот такая сборочка против L5. Тестируем. Уличная битва. 3, 2, 1. 1-0 я выигрываю. Нормально. Легенький, да? 3, 2, 1, вперед.
Россия 2-0. Легенький твой Феникс. Можешь оденешь кольцо? Подумаешь, хорошо. Можно я на кон поменяю? Давай, давай. Вы, наверное, меня даже так выбьете. Так, меняем наконечник. На Елена. Димон думает, что он у меня выиграет, кстати. Ну, я не думаю. Хорошо, ну ничего страшного. Нам главное... Я его улучшу, у меня он мега высокий. Я понял, нам главное за интерес, да? Да. Димон. Мега высокий вот так будет. Поехали. 3, 2, 2 и вперед. Есть, все, проиграл. Теперь я, и я. Как зовут? Настя. Настя, друзья, с нами Настя, и будет играть вот такой золотой саламандра против Луинера L5 тестиром. На улице, кстати. Готово? 3, 2, и вперед! Вау, ты... Новинку! Нет, это раздумка! Нет, мы... Давай, давай, ну саламандра, наверное, прокрутится, да, 1-0. Я после Никиты, молодец. Потом он реванш, и потом супер. Ты после меня. Неожиданно. Лучше снимай обязательно. Дима, я прошу. Уже нет минуты, все закончилось. Готова, Настя? Сейчас. А я второй. 3, 2, и вперед. Я второй. Ну, давай. Ну. Свету не делать, немного щелчка. Ты последний, да, не варишься. 1-0 пока, да? 1-0 Настя выигрывает. То есть левосторонняя такая? Тестируем саламандрика против Луинера. Ну, так ротоми на арене. Так. Какие будут потом призы у Лисина в турнире? 2-0. Хорошо, хорошая комбинация у тебя. Конечно, Омега на конге. Играем? Геркулес, конечно. И сама вверху. Я сейчас сделаю дрифт, Настя. Будем дрифтовать. 3, 2, и вперед. Ну, заладной, попала! Круто! Нет, 2-2! 2-2, ты еще играешь! Круто! 2-2, друзья! 3-2, один вперед! Самый лучший! Я тебя мужу лично победил! Ну, Настя, извини! Тут, дай! Пятерик, спасибо, очень было приятно! Следующий соперник! 2-2, ребята! Можно я реванш? Или кого ты хочешь? Не надо! Эйс Драгон не надо! Ну, а за сколько вы такую камеру включаете? Эйс Драгон у нас правосторонний, держи. Друзья, на арене у нас Эйс Драгон против L5 Луинера, новинка. Тестируем, да. Готов? 3, 2, и вперед. Вау, вау, кто выигрывает? Эйс Драгон выигрывает, выбивает мой Луинер. Тимофей выигрывает 1-0, круто. 3, 2, и вперед. Есть, касание есть. Луинер, давай, бей этого Эйс Драгона. Ну, круто. Ну, что у нас тут происходит? Тестируем L5 против Эйс Драгона. Выиграет Драгон. Драгон или Луна. 2-0 выиграет Драгон. Круто. Ты чемпион пока. 3, 2, и вперед. Кто выбивает? О, 2-1, 2-1. Это было все честно. У тебя еще один шанс выиграть. 3, 2, и вперед. 2-2. Тимофей, ты что, сдаешься? Если не будет, Тимофей, если не будет решить. Тимофей, не сдавайся. Если не будет ничьи, то тогда... Давай. Решать. Барабанная дробь. 3, 2, и вперед. Я тебя взорвал, дорогой мой. 4-2 я выигрываю. Ну что, это была честная битва. Сложно. Тимофей, дай пятерик. Спасибо, дорогой. А теперь, друзья, я буду играть с Никитой. Я буду тестировать Луинер против Никитиного Бейблейда Джокера. Не, Кара еще Волтреек. Это жесткий будет Волтреек. Ну что, готовы? О, я эту верхушку давно еще сделал, она очень нравится. Готов? 3, 2, и вперед. Ну, я тестирую, смотри, как Джокера мы мочим. Ну. Давай, Джокер. Или, не, мне кажется, Луинер прокрутится. Ничья. Ну, жестко было. А Никита что задал? Встретили себе ровного? А? Встретили себе ровного? Да. 3, 2, и вперед. Вау. Сейчас, окей. Сейчас. 1-0 Никита впереди. Я доиграю. Можно? Папа не играет. 3 раунда. 3, 2, и вперед. О, я вернулся с ловушки, ты видел?
Круто! Я вылетел с ловушки, никогда потом не надо сдавать. Да, бой-бой закинул в ловушку. Круто, 1-1. Давай. Готов, Никита? 1-1. 3-2-1. О, 2-1. Забираем. Айда Луинер, красавчик. Джокер его должен бояться. Никита, ты в нашем канале будешь. Готов? 3-2-1. Ты видел? Все, 3-0. Друзья, 3-0. Теперь моя очередь. Молодец. 3-1. 3-1. Моя очередь. Супер. Давай. Друзья, вот такие у нас битвы и тестирования L5 были. Довольно прикольно все получилось. И как вы заметили, на что способен наш Луинер L5. Поехали дальше. Итак, ребята, ну что ж, мы никогда не будем задерживать это все. У нас сейчас будет награждение. Это круто. Итак, ребята. Я тебя поздравляю. Первое место занял. Сегодня на турнире на этом уличном. Да. Это Биплейтшоп магазин, поэтому он тоже передал свои подарки. Значит, смотрите. Спусковое устройство, значит, за третье место. Держи это тебе. Молодец. Друзья, аплодисменты. У кого руки свободны? Это Такара Томми. Это оригинальное Бейблейд спусковое устройство, круто. Ребята. Класс, ребята. За второе место. Тима, Кербиос тебе. Я тебя поздравляю. И, ребята, как я обещал, за первое место Джордж Ван Джоки. Ребята, хотели? Слава, Никита, идите сюда. У тебя красный? Вручайте. Вручайте, вот, за первое место. Вот, победитель, Денис, пожалуйста. Никита, идите вручайте. Давай. Денис, ты крутой, блин. Молодцы. Нормально. Денис, я тебя поздравляю. Ребята сами решили, папа, потому что у них есть, они решили, да, сейчас, его секунду разыграть, поэтому мы разыграли. Молодец, Дэн. Дэн, я тебя поздравляю, молодчина, первое место. Супер, 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 молодчина. Хороший у тебя подарочек будет сегодня. Друзья, подписывайтесь на канал Мишаня. Дэн, подписывайся на канал Мишаня. Конечно. Ставим лайки, подписывайся в Инстаграм. До новых встреч, дальше будет интереснее. Ну все, видите, друзья, все по-честному. Уличный блендер, обычный, который толковый знает о Бейблейдах, уходит с подарком, крутейшим. Молодчина ты, супер. Пока. Спасибо. Пока. До свидания.